хватит! Hello, people! Ну? А? Сразу видно, да, кто Кевина заберет? Мы ж к вам с Армавира приехали. Армавир, знаете, какой город музыкальный? Да ты что, да? У нас даже музыкальная школа есть. Правда, там на днях пипитер украли. Ну, теперь это просто школа, да? Ой, у нас же в Армавире вообще как, да? Кто пипитер украл, тот и музыкальная школа. А это Егорыч, да, вот такой мужик, я вам говорю. У него, правда, один минус есть. Он, когда не знает, что сказать, петь начинает. Да, Егорыч? Да, я... Что? Я спою? Пожалуйста. Песня о взаимопонимании. Buddy, I don't know, man, I'm running pro, and I think... Утром пьяный объяснял жене. Тазик. Вот красавчик, на тебе лайк, ВКонтакте себе поставишь. А это Тимофей, да. Вы на него внимания не обращайте, он у нас немножко дурачок. Он даже когда на работу устраивался, в анкете, в графе «Дети» написал «Молоком пахнут». Ой. Тимофейка, ты зачем с нами на фестиваль приехал? Ты же человек от музыки далекий. Чё это я далекий? Мне даже мама говорила, что я недалекий. Не, ну ты мать слушай, ты что? Мать тебе плохого не посоветует, да. Юра, музыку выключи. Сейчас аккумулятор сядет на бобике, ты его потом опять Армавир один толкать будешь, ты понял меня? Это дядь Пашка, наш армавирский участковый, вот такой мужик. Да, представляете, всех алкашей в доме пересажал, теперь один в квартире живет. Слышишь, рыжий, рот свой закрой. Да ладно, что рот закрой, дядь Паш, я вообще не понимаю, как вас такого в органах держат? Да потому что я физподготовку на отлично сдаю, понял? И что же у вас там за нормативы? Нормальные нормативы, рыжий. Бег 3,5, подтягивание 12, приседания 1750. Кстати, самые дешевые, я один раз даже сам сдал. Опа! А вот сейчас бы не сдал бы. Слушай, дядь Паш, ты вообще знаешь такие слова, как честь, доблесть, достоинство? Но он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. Юра! А ну закинь на флешку эту песню, ну классная же, а? Дядь Паша, давай ты нам поможешь номер показать. А там приседать надо? Да нет. Ну тогда помогу. Не успело пройти Евровидение, как некоторые группы начали готовиться к следующему. Итак, армавирская группа Shadow of the Sky на кастинге у известного продюсера. Йоу, бро! Короче, мы хотим попасть на Евровидение. Мы билеты не продаем. Ты не понял, бро. Ты не понял, мы, короче, не зрители. Мы группа Shadow of the Sky! Пу-пу-пу-пу! Пушка! Так, успокойтесь. Короче, слушай, первый трек. Москва меняет людей. Москва. А, Москва меняет людей. Аллергик Вася залез на пасеку. Что это? Теперь все наследство достанется Стасику. Это брат его младший. Вот вам история для всех известная. Одному кэш, другому царство небесное. Это Shadow of the Sky! Пу-пу-пу-пу! Пушка! Так, успокойтесь. Вы вообще книги читаете? Обижаешь, бро. Ски. Пу. Шки. Тю. Чиф. Фет. Чиф. Нет. Чё? Нет. Почему? Что там? Вы что, тупые? Да кто тупые, бро? У нас такие треки умные, мы даже можем выступить что, где, когда. Это клуб для эрудированных людей. А мы что, по-твоему, не эрудируем? Мы что, не подходим? Вы не подходите. Ладно, бро, у нас есть трек про американскую демократию. Давайте. Поехали. Куда? Давай здесь. А давай здесь. Поехали. Хиллари, ты лезешь в политику. А? Это трек про то, как умирала американская демократия. Умирала, умирала, умерла. Власть постарела. Вашингтоне так сказали. Жители Америки сидели и ожидали.
Во время пришло, страшный голос раздался. Простите, Хиллари, мы сделали все, что могли. Но Трамп оторвался. Всего на 2 голоса. Так, пошли вон отсюда! Ладно, бро, все, не ори, уйдем. Есть последняя просьба. Если с банка будут звонить, скажешь, что у тебя работа? Охрана? Да это не охрана, это ты должен сказать. Так, охрана! Валим, нас подставили! Ладно, че, поедем мы. Вообще, знаете, мы бы вас всех хотели пригласить к нам в Армавир. И если вы вдруг приедете, и кто-то вас спросит, что же вас сюда привело, то вы без сомнения сможете ответить, что вас привела русская дорога. Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога». Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога.